Танюха, гони! Лена, держи, на ворота! В сезоне Роман играет первый матч, и уже на 18-й минуте он отметился в протоколе горчичником. Скидка на Завьялова! И снова добивание! И в выступлениях за Динамо. Кричат сейчас Динамо, Динамо, болельщики верят они в Житникова. Там еще Юрий Шафенского, Житников. Удар. Во! Попадает он прямо в угол. Хоть Шафи... Динамо Барнаул. И теперь Богдан Корюкин полностью уже наверняка вошел в игру. И вот как опасно это сносит сейчас в центре поля Петр Тен. И... А
Thank you.